На сайте timantin.ru я нашел герметик, профессиональная линия, называется Альфа Плац 136. Выбрал себе необходимую емкость и заказал у них посылку. Вот посылка приехала. Сегодня я буду этот герметик испытывать в деле. Я заказал себе вот такие три небольшие тубы объемом 600 мл каждая. На ней написано, что модель Альфа Пласт 136, цвет сосна. Герметиком я буду пользоваться, просто выдавив его в емкость и используя шпатель. Итак, выдавил смесь из тубы в баночку, взял свой любимый шпатель, начинаю работать. Герметик Альфа Пласт 136 позиционируется как герметик профессиональный. Он предназначен для заделывания трещин, сколов, деформационных швов, всяких неровностей на деревянных домах. Также при его помощи можно формировать теплый шов между венцами. Герметик может окрашиваться, но также в линейке компании больше 10 цветов. Можно его подобрать под любой цвет стены. А работать с герметиком нужно в плюсовую температуру от 5 до 30 градусов. Я думаю, что один раз его нанесешь на стену и больше к этой стене возвращаться не придется. Герметик Альфа Пласт 136 можно найти на сайте Timantin в разделе герметики. Там указано большое разнообразие различных герметиков, и в том числе искомый герметик тоже там. Сейчас я буду пробовать заделывать им швы. Мажется герметик легко. Шпателем я его разравниваю, заполняю трещину и разравниваю. Для удобства можно использовать специальный пистолет для герметиков, который с тонким носиком будет выдавливать смесь прямо в трещину. Но мне привычнее работать обычным резиновым шпателем. Сейчас я заполню все трещины на этой стене, так как сейчас примерно 12 часов. Солнце здесь будет светить еще часов 5. Завтра я сниму видео и посмотрю, как повел себя герметик в течение дня. В этом месте широкие швы. Посмотрим, что будет здесь завтра. Герметик эластичный, наносится легко, скользит легко, заполняет трещину быстро. Работать с ним приятно. Итак, часть стены заделана. Напомню, у меня герметик цвет сосна. Оставляю до завтра. Завтра посмотрим, что будет со стеной. Прошли ровно сутки с того момента, как я заделал трещины герметиком. И вот что мы видим, что герметик дал небольшую усадку. Кстати, производитель допускает усадку до 15%, но трещин нет. То есть герметик уменьшился в объемах, он ушел внутрь трещины. В этом случае это говорит о том, что герметик эластичный и растягивается вместе с трещиной. Конечно же, профессиональный герметик Альфа Пласт 136 более эффективное средство. Он подходит под все случаи, связанные с обработкой стеновых поверхностей на деревянных домах. Заделывание трещин, формирование тепловых швов, заделывание сколов и так далее. Зрители, которые после просмотра данного видео захотят купить себе герметик, могут оформить скидку в размере 5%. Для этого при покупке нужно указать кодовые слова «деревянный дом». Это будет вам небольшой, но приятный бонус. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, пишите комментарии. До новых встреч!